Дети читают стихи. Селезнев Александр, 7 лет, МБДО Большокуликовский, Маршанского района Тамбовской области. Дети войны. Валентина Салей. Детям, пережившим ту войну, поклониться нужно до земли. В поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли. У станков стояли, как бойцы, на пределе сил, но не прогнулись и молились, чтобы их отцы с бойни той немыслимой вернулись. Дети, что без детства повзрослели, дети, обделенные войной. Вы в ту пору досыта не ели, но честны перед своей страной. Мерзли вы в нетопленных квартирах, где-то умирали и в печах. Было неуютно, страшно, сыро, но несли на слабеньких плечах ношу непомерную, святую, чтобы мир час скорее настал, истины познавшую простую. Каждый на своем посту стоял, девочки и мальчики войны. На земле осталось вас немного, дочери страны и ее сыны, чистые пред Родиной и Богом. В этот день и горестный, и светлый поклониться от души должны мы живым и недожившим детям той большой и праведной войны. Мира вам, здоровья, долголетия, доброты, душевного тепла, и пускай нигде на целом свете детство вновь не отберет война.